Добрый день, вы смотрите открытую студию «Проект Места города». Как живет швейное производство? Говорим мы сегодня. У нас в гостях основатель и директор швейного производства Наталья Варенцова. Добрый день, Наталья. Добрый день, Светлана. С пяти швей до мини-фабрики всего за 6 лет. Расскажите вашу историю, как вы пришли в этот бизнес и как вырастили его до таких размеров. Как до таких размеров? Ну, я работала, сначала начинала работать обычной швеей на одном из швейных предприятий нашего города. Затем меня пригласили на другое предприятие. Там уже как бы пошел рост. Я начала работать в лаборатории, работая над созданием уже каких-то изделий, не просто над отшивом. Поработала какое-то время конструктором. Рост продолжался, мне предложили поработать менеджером, я согласилась, это была новая профессия, я стала ее осваивать, она мне понравилась, то есть навыки по шитью у меня были уже наработаны, по конструированию и созданию одежды тоже, и различных швейных изделий, ну и поработав менеджером, я поняла, что я готова к чему-то более масштабному. И таким вот образом ушла и открыла свой мини-цех. Помогли люди. Сначала я арендовала помещение. Мне помогли знакомые люди. Позже уже, то есть была аренда другого помещения в больших площадях. Ну и 6 лет назад мы решили с супругом, что... В общем-то, случай помог. Мы решили так, бросили монетку. Если нам дадут ипотеку, мы купим свое здание под открытие собственного, уже собственной фабрики. Если не дадут, то значит не судьба. Банк взял и дал нам деньги, и, ну, собственно, так вот уже цех перерос в фабрику двухэтажную. Общей площадью более 1000 квадратных метров, собственной территорией и уже со штатом сотрудников сейчас на данный момент около 30 человек. С 5 до 30 всего за 6 лет? Нет, это не за 6 лет. За 6 лет там где-то рост был в районе 15 человек, ну то есть как бы тоже в 3 раза. Это не происходит очень быстро. У меня происходило это постепенно. Сначала 5, 10. Когда я поняла, что 5 и 10 человек – это небольшая разница в руководстве. Если ты научишься руководить 5 людьми, то 10, 15, 20 или 100 – это уже будет неважно. А потом было 15, 20. И, соответственно, даже один момент было около 50 человек. Это было в очень хорошие годы для нашей страны, когда был рост валового продукта и росло все, в том числе и мы. Был период, когда все росло, были периоды трудностей, с какими столкнулись именно вы и что помогло вам их преодолеть? Ну, предприятие с 2002 года работает, то есть в этом году будет 18 лет, и на моей истории было 2 или 3 кризиса, я уже не помню. 2 раза отпускали курс доллара в нашей стране. Мы арендовали в нашем городе цех под производство рядом на берегу реки. И наше производство в прямом смысле 2 раза подряд топило. Просто цех заливало водой. Вода стояла примерно на метр. Первый раз мы были не готовы, это было лет 7, наверное, или 8 назад. Мы были к этому абсолютно не готовы и, в общем-то, хватали и выносили на улицу все, что можно. На следующий год мы уже подготовились, потому что нам сообщили, что опять что-то там случится. И уже после вот второго потопа я решила, что все, хватит, нужно уже что-то делать свое. Невозможно уже хватать машинки швейные, выносить их на улицу, вот, под открытое небо. Ну и вот сейчас уже 6 лет, как мы работаем на собственном производстве. Вот, все у нас хорошо. Как вы находили своих первых клиентов?
скажем так, первые клиенты нашли меня сами. Особо мне стараться и не приходилось. Вообще, я поняла, что клиентура, ну, конечно, нужно давать какую-то рекламу по первости, на первых порах, но когда ты заявляешь хорошее качество работы, которую ты, изделий, которые ты выпускаешь, которые ты изготавливаешь, то клиенты обычно, они находятся сами, это как сарафанное радио. Заказчики всегда начинают искать такие швейные производства, у которых очень высокий уровень качества. Не просто, которые работают разово от заказа до заказа, а заказчики, и мы в том числе, стараемся искать такие связи и такие договора заключать с такими фирмами, которые работают на долгосрочных отношениях, а не от заказа до заказа. Высокое качество немыслимо без сотрудников. По какому принципу вы отбираете тех, кто будет с вами работать в одной команде? Ну, в самом начале моей работы вообще никаких принципов не было. Это было очень давно. И просто приходили люди даже без опыта работы. В 90-х, в начале, то есть в середине, там, в 2000-х работы было мало. Я брала всех подряд. У меня даже приходили флористы ко мне, воспитатели, учителя, продавцы. Я брала всех подряд, обучала, вкладывала свои знания, то, что я умею. Учила шить хорошо, качественно. И, в общем-то, столько кадров я научила, что они потом даже уходили на другие предприятия. И сотрудники, все работодатели нашего города знали, что если сотрудник приходит с моего предприятия к нему новый, то он приходит с очень высоким уровнем профессионализма. Ну, по разным причинам люди приходили, уходили. Никогда я на этом не зациклилась, потому что знаю, что если закрывается одна дверь, то с другой стороны эта дверь открывается. Сейчас к вам может прийти человек без опыта работы, вы его возьмете? Сейчас это становится более сложно мне делать, потому что на самом деле сейчас именно такой период, что некоторые люди, они не понимают, что они хотят, они не могут понять, куда им устроиться на работу для того, чтобы зарабатывать такое количество денег, которое бы их устраивало, которого бы им хватало. И из-за того, что мы начали с мужем, у нас семейный бизнес, разрабатывать свое собственное направление изделий, времени у меня на обучение сотрудников остается очень мало. Но, тем не менее, я все-таки практикую такую практику. Не страшно ли вам обучить человека, а он куда-то уйдет? Не жалко ли кадров? Нет. Однажды в один момент я очень много работаю над собой. Жаль, что мало времени этому уделяю, но это внутренняя проработка. Жалеть, это все-таки ресурс, да, какой-то определенный. Но в этом случае я же даю человеку большие возможности, а вот воспользуется он ими или нет, это уже его дело, его решение. Нет, мне не жаль. Я даю это с легкостью, потому что, ну, наверное, некоторым людям это нужно. И они не имеют возможности пойти куда-то учиться, в учебные заведения, в какие-то училища, для того, чтобы сначала получить профессию, а потом идти уже на предприятие, потому что у нас сейчас и учебных заведений таких очень мало стало. Какие виды изделий у вас можно найти на сегодняшний день? И вообще, с самого основания предприятия мы работаем на давальческом сырье. Что это значит? То есть все договора мы заключаем с фирмами, они полностью поставляют для нас ткани, фурнитуру, упаковочные материалы. Мы из этих материалов изготавливаем изделия, и фирма-заказчик делает нам оплату за изготовление изделий. То есть мы своих изделий как таковых не выпускали до недавнего времени. И вот где-то год назад супругу стало скучно, он решил, что вот нужно что-то попробовать свое. Первым изделием, которое мы выпустили, первой линейкой, это стали вот такие
чехлы, накидки на премиум-класса, на автомобильное сиденье. Был разработан наш собственный логотип Туравто, вот эти вот все вкладыши, полностью вся упаковка. И в том числе индивидуальную вышивку, которая наносится на эти накидки, мы изготавливаем сами по эскизам, которые нам присылают заказчики. Заказчиками являются и автоледи, и мужчины, автолюбители. Также заказывают их у нас в подарки для своих директоров, для своих жен, мужей. Кто хочет, все заказывают. Что отличает накидку премиум-класса? Во-первых, все они изготавливаются из тканей, которые используются для изготовления мебели, повышенной износостойкостью. Также нитки, которые применяются в изготовлении этих изделий, они тоже повышенной прочности. И, соответственно, идет подкладка не скользящая для того, чтобы сиденье не скользило, накидка не скользила по сиденью. Из кожзама, оно из натуральной кожи или из текстиля, это не важно. Используются специальные застежки, тоже повышенной прочности, для того, чтобы они не ломались. В основном их отличают материал, из которого они изготовлены, потому что, конечно, мы все сравниваем с Китаем всегда. И нашей целью было создать такой продукт, который бы не уступал по качеству брендам в этом направлении, но сделать его по цене немного ниже. Мы себе это позволить можем, потому что у нас производство собственное. То есть если бы мы размещали эти заказы на чужом производстве, чужое производство делало бы еще наценку, и эта наценка вливалась бы в общую стоимость изделия. У нас этой наценки нет, она у нас одна, наша собственная, и поэтому эти изделия получаются немного ниже, чем в целом на рынке продаж вот именно такого направления изделий. Ну и... На накидках вы не остановились. Нет, мы не остановились. Очень интересный продукт мы видим сегодня в студии. Что это такое? То есть, если это направление мужа, это уже мое направление. Наверное, это осуществление детской мечты. Так как с фантазией у меня всегда было очень хорошо, но как-то я или боялась, что у меня... Скорее всего, это были детские страхи, что у меня не получится. Не получится создать что-то конкурентоспособное, красивое. И, ну, в целом, может быть, времени не хватало, потому что я работала и занималась семьей, и на это нужно очень много времени, как оказалось. Ну, достаточное количество времени. То есть я создала первую коллекцию толстовок, так как все наша семья любит заниматься спортом. Задача была такой же – создать одежду для спорта и отдыха из качественных турецких материалов с отличным внешним видом, высокой износостойкостью, но по цене ниже, чем, скажем так, у таких известных торговых марок. Наверное, задача не из легких, но мы не ищем легких путей, поэтому я считаю, что сделать мне это удалось. Сейчас коллекция в запуске. Вот здесь наконец-то я дала полет своей фантазии и поняла, что действительно я зря боялась, не нужно было этого делать, нужно было заниматься тем, чем хотелось. Но, наверное, всему свое время. И вот время для полета моей фантазии, оно наступило именно сейчас. Там будут другие расцветки, и модели тоже будут другие. Модели будут оверсайз, то есть это будет единый размер. Если это модель такого более приталенного силуэта, это беговая толстовка с маленьким достаточно капюшоном, чтобы он при беге и занятии спортом не спадал, то другая коллекция, она будет, скажем так, для
периода после выхода из карантина. Mm-hmm. То есть это такие объемные толстовки, чтобы... Безразмерные, чтобы скрывать все, что нужно. Ну, не совсем безразмерные, там тоже будет 5 размеров, как и в этой линейке. Но вот это просто будет одежда другого характера. И все. То есть одежда должна быть разная, ее должно быть много, она должна быть красивая, но я считаю, что не очень дорогая. Какие фирмы с вами сейчас сотрудничают? И на ваш взгляд, почему выбирают именно вас? Фирмы сейчас в основном ивановские. Почему так получилось? Потому что когда у нас в стране ввели особый режим, то есть, да, 28 марта, мы сотрудничали с питерской фирмой, отшивали для них крупный заказ для одной из больших торговых сетей. Заказ этот нужно было сдать, и он переходил на начало апреля. То есть я сейчас начну издалека, потом объясню, почему. Он переходил на начало апреля, я никак не могла закрыть предприятие вообще совсем, потому что мне нужно было по договору в определенный день сдавать продукцию. За любое нарушение любого договора оно в первую очередь отражается не по кошельку бьет, да, то есть штраф несет за собой штрафы и санкции, а в первую очередь сразу на подрядчика накладывается плохая репутация в плане того, что он не выдерживает сроки. Всегда самым основным требованием от любого заказчика, от любого, это не важно, там швейное производство или еще какое-то, является строгое соблюдение сроков. Ну, при выпуске изделий оговоренного качества, соответственно. То есть тут сроки качества очень влияют, особенно вот в нашем направлении. Я не могла закрыться, но тогда уже нам начали поступать заявки на маски, и мы очень быстро с мужем сориентировались, я рискнула, мы вложили деньги в материалы, и мы начали уже отшивать маски. 28-го вот уже объявили о этой ситуации в стране, но я сходила в нашу администрацию, они мне очень сильно помогли, администрация нашего города, они разрешили нам работать, потому что масок не было нигде, и наше предприятие смогло полностью обеспечить наш город, скажем так, в первом периоде, вот первые 2-3 недели, средствами индивидуальной защиты, потому что их не было просто нигде, они не продавались. Мы даже начали раньше обеспечивать предприятия, население раньше этими масками, чем костромские предприятия. То есть они начали работать гораздо позже. Буквально весь апрель мы отшивали вот маски различных видов. Некоторые думают, что маска для лица, она вот должна просто маска для лица. Как оказалось, нет. Я тоже для себя открыла кучу направлений, даже, казалось бы, в этом одном простом изделии. Оно может быть разнообразным под любые вкусы и запросы. Этой организации нужны были такие маски, другой организации такие маски. С логотипами, разные цветовые решения, то есть, ткани. Вот, да, весь месяц, весь апрель мы отшивали маски. Потом уже эта волна, она уменьшилась по маскам, да, начали маски поступать из Китая, и заказы у нас прекратились, но тогда пошли новые заказы, новые предложения. И от ивановских фирм на пошив комбинезонов из специальных материалов для врачей, медсестер, для медицинского персонала. Вот, на данный момент это вот ивановская фирма, но мы с ними раньше сотрудничали, мы отшивали для них форменную специализированную одежду для различных отраслей. Это были и электрики, и нефтяники. Ну, в общем, разнообразная одежда. Пандемия парализовала многие секторы. Сказалось ли это как-то на заказах и как следствие на вас? В общем-то, сейчас, так как я работаю, скажем так, не один год, и не первый раз я работаю после кризиса. Был кризис в 2014 году, когда не было работы. Нет, в 2010, когда не было работы в течение полугода, не только у меня. Тогда был скачок доллара, и
просто предприятия, многие, в том числе швейные, в нашем отрасли, они просто закрылись. Я бизнес спасла. Мы с мужем бизнес спасли. Не буду говорить как, тоже интересная история. Вот, мы не закрылись, фирма не закрылась. Мы ничего не потеряли. Вот. И тогда, после того, как закрылись многие швейные предприятия, через где-то примерно 6 месяцев, стали поступать огромное количество заявок от заказчиков, которые на период кризиса, они не знали, что будут делать, они не знали, куда дальше вырулит рынок. Но после того кризиса огромное количество заявок начало поступать, еще потому, что процентов 30 предприятий, они просто закрылись, просто шить было некому. Сейчас примерно наблюдается такая же ситуация, только предприятия не закрылись, а у заказчиков остались неисполненные их заказы. И сейчас все швейные предприятия начинают дошивать, ну я скажу обычным языком, начинают дошивать то, что они оставили, отложили в сторонку, когда шили маски. Сейчас они начинают это дошивать. И поэтому многие другие заказчики начали сейчас искать производство, где они могут разместить свои какие-то новые заказы. Пока дошиваются старые. Поэтому сейчас на данный момент заказов процентов на 20 мне предлагают также больше, как после кризиса, допустим, 2010 года. Поэтому есть возможность покопаться, естественно, повыбирать то, что подороже, по больше объемам, для того, чтобы это был не какой-то там не 1000 костюмов, например, а 1500-2000. То есть один раз сделал запуск, запустили и спокойненько отшиваем, да, с хорошим качеством. В основном, так как у вас хорошее качество, мы хотим с вами работать. То есть, когда я услышала это от одного заказчика, от второго, от третьего, они же все не сговорились, они просто друг друга не знают. Ну, тут два варианта. Или им просто негде больше заказать, или, естественно, у нас отличное качество, и это правда. И мы действительно научились очень хорошо изготавливать изделия. Сарафанное радио работает, и с нами хотят работать именно поэтому. Такую цель я себе поставила несколько лет назад, и я считаю, что я ее добилась. Я постоянно говорю об этом своим сотрудникам, о том, что с нами хотят работать фирмы, потому что у нас высокий уровень качества. Это здорово. Как вы не расслабляетесь, потому что очень много примеров, когда фирма изначально делает высокое качество, затем расслабляется и качество снижается. Что помогло вам вот не пойти таким путем? Когда я поставила себе цель, скажем так, отшлифовать состав коллектива и тем самым оставить в коллективе именно тех специалистов, у которых наиболее высокая квалификация. Я приняла решение уже не просто набирать коллектив, а создавать команду. И я никогда не стараюсь в последнее время называть их рабочими. У меня работают не рабочие, у меня работают сотрудники, и каждый сотрудник у меня член нашей общей сплоченной команды. Да, и ответственность, и полезность для другого, соответственно, да, члена команды. Ну и это работает. Какие цели вы ставите перед собой на ближайшие 5 лет? Амбициозная цель – это довести свое детище, которое я начала. Мы не будем создавать какой-то новый ресурс. В Инстаграм на моей странице личный блог будет обзор и будет ссылка на страницу, где будет магазин и где будет представлен широкий выбор этих изделий, также с возможностью нанесения любой вышивки, логотипа. Ну, в общем, по одежде идей очень много. Если бы можно было загадать только одно заветное желание, связанное с вашей мини-фабрикой, что бы это было за желание? Мое личное или моей команды? Вот здесь уже как считаете нужным?
Одно время я собиралась, немножко так отступлю, одно время мне все это надоело. Я чувствовала, что, наверное, из-за этой скуки и обыденности, вот, и все это переросло в творчество. Одно время, когда мне было скучно, и мне не хотелось ходить на работу, я решила, я все закрою, я все брошу и начну что-нибудь другое. И, в общем, не знаю, но потом как-то... Наверное, потому что я не видела смысла, я не видела развития в том, что я делаю. Сейчас я это развитие увижу в дальнейшем, на несколько лет вперед. Ну и, в общем-то, недавно я уже начала шутить, что, наверное, если раньше, несколько лет назад, от меня девочки уходили в декрет, то, наверное, скоро, через несколько лет, они начнут уходить на пенсию. Вот. Ну, наверное, чтобы предприятие проработало еще какое-то пару десятков лет, чтобы фирма наконец-то обрела свое название. Потому что я открывала конкурс среди сотрудников даже. Мы обсуждали несколько наименований нашего предприятия, но так вот до этого руки не дошли. Да, наверное, вы знаете, мечта, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Наверное, мечта такая, все-таки обрести свое имя, и чтобы с этим именем еще лет 20 проработать. Вот такая вот цель. Ну да, наверное. Ваши напутствия своим клиентам и самим себе? Своим... возможным клиентам я бы хотела пожелать, чтобы вы у меня всегда были, чтобы вас становилось больше, больше и больше с каждым днем, месяцем и годом. Это что касается направления деятельности вот в новой сфере нашей фирмы. Но о себе я желаю и, наверное, всем другим людям всегда улыбаться сердцем. Спасибо, Наталья. О том, как улыбаться сердцем, мы говорили сегодня. Мы говорили о швейном производстве, и с нами была его основательница и директор Наталья Варенцова. Всего вам доброго и до новых встреч!